Сейчас хочу передать привет девочкам моим, турчаночкам, которые находятся на конференции менеджеров, которые я знаю, что сейчас в таком состоянии, в котором лучше не трогать, потому что они получают удовольствие и получают полный релакс за то, что они трудились целый год, за то, что они помогали другим людям открыть возможности для себя в нашей компании, за то, что сами зарабатывали, зарабатывают и будут помогать зарабатывать себе и другим людям. Поэтому, дорогие мои, я вам сейчас даю инструкцию. Первое, отдохнуть на полную. Второе, набраться энергии, не забыть, зачем вы туда прилетели. Третье, вернуться домой с полными багажами энергии, счастья, любви к себе и к людям. И самое главное, чтобы этой любви и энергии хватило на нас, потому что мы же тоже хотим в следующем году оторваться вместе с вами в Турции. Снова будет конференция в Турции. Это ультра, все включено, вы это знаете, уже объявлена следующая конференция. И я вам желаю, дорогие мои, чтобы вы дальше верили в себя, верили в людей, верили в свои мечты и передавали эту веру другим людям, потому что на ней все держится, на вере, любви. И, конечно же, на ежедневных действиях, которые ведут к результату. Вы доказали сейчас своим результатом, своим успехом, что все возможно. Многие из вас первый раз сели на самолет и полетели. Многие из вас первый раз выехали за границы страны нашей, да, Украины любимой. И я вам желаю, чтобы вы на этом не останавливались. И я вам желаю, чтобы вы сейчас получили вот эту прививку, вот этот иммунитет от возражений, от неудач, от каких-то странных в жизни ситуаций, которые не позволяют нам идти дальше. Вы доказали себе и другим людям, что все возможно. И поэтому, дорогие мои, я вас жду с нетерпением, с любовью, передаю личный привет команде Оксаны Луцкиев, Наде Мельник, команде Кати Марченко, всех наших девчонок, которые сейчас там тусят, сейчас конференция идет, ждем от вас новостей. Не забывайте в чатах делиться контентом, своей информации, потому что очень мало фоток, я не понимаю, что вы там делаете. Все, люблю, пока.